Пробуй, понятно, рисковать пробовать, чтобы туда все летело. В прошлом году на открытое первенство по гандболу в Сочи приехало всего 10 команд, в этом их уже 20. Участники 2001 года и младше. За кубки и медали боролись как мальчики, так и девочки. В последние годы все больше людей отдают предпочтение этому виду спорта. Ну, во-первых, наш замечательный тренер, он нас настраивал, и благодаря ему мы смогли выиграть. Мы каждый день тренировались, никогда не сочковали, мы старались, чтобы выиграть. В течение 5 дней юные спортсмены боролись за призовые места. Возрастных групп всего 3, сочинцы представлены во всех. В финале старшей мужской группы сочинцы встретились с командой из Ростова. Несмотря на юный возраст участников, поблажек нет, регламент строгий. В принципиальной борьбе сочинцы смогли одолеть ростовчан. Возрождение гандбола в городе Сочи. Мы всегда участвовали на первенстве края, на первенстве России. И хотелось привлечь внимание больше детей в спортзал. На церемонии награждения сочинцам вручили долгожданный кубок и медали. Третье место у сочинок в младшей женской группе. Трофеи получили не только победители. Всем участникам достались медали и грамоты за волю к победе. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.